Спецрота полиции переброшена в Одесскую область, где местные жители устроили самосуд после убийства ребенка. 300 человек разгромили дома цыган в селе Лощиновка. Громили дома цыган до позднего вечера. Причиной беспорядков стало убийство 8-летней местной девочки. Ее тело нашли в доме 20-летнего жителя цыгана. Не исключено, что перед убийством он изнасиловал ребенка. Официальных данных судмедэкспертизы пока нет, и вина мужчины не доказана. Однако одесситов это не остановило. Примечательно, что полиция в эти разборки не вмешивалась. Уже когда село практически было разгромлено, на место прибыли представители областного МВД. Утихомирить людей им не удалось. Сельчане заверили, что если власти никак не отреагируют на их требования, они повторят погромы. Президента сюда! Все! Да, с Одессы надо вызывать! Сюда генерального прокурора Луценко к нам зачем? Да. Или представителя от генеральной прокуратуры! Давайте будем здраво говорить, а не о каких-то выдумках, понимаете? Мы не... А у нас это выдумки? Послушайте! Вам надо... Это ребята, если был бы ваш ребенок, от кого этой маме это видел? Я это понимаю, поверьте мне, я видел по 10 раз больше ситуации. Это горе, я это тоже понимаю, мне от этого не легче. Мне чужому человеку. Еще раз говорю, не легче. А вы задали маме вопрос, почему каких кто-то раньше обращал внимание, в каких условиях живут эти дети? Она собирала. Понимаете? Это один, может быть, я каждый, может быть, давайте, мой ребенок, давайте без эмоций. Мы будем дальше можно. Пока мы не будем. Зажигать дома. Если мы завтра соберемся, и ничего мы завтра с вашей стороны не решится, мы делаем второй рейд.